Пойдет? Все, почти готовы. А, вот такой вот он. Зимний, после морозней, и до сих пор морозней лес. Вот как все хрустит. Друзья, всем привет! Всех с наступившим Новым годом и наступающим уже Рождеством. Сегодня у нас 6 января 2024 года, первая рыбалка в этом году. 24-м. Открываемся по Хариусу. Приехали на речушку, мороз стоит, никого. 31 градус. 31 сейчас приехали. Показывать ничего не буду, тут так понятно, думаю, по хрустам, по жестам. Сейчас мы пока дойдем, мы все инем покроемся, мы только вот с машины вылезли. Лес весь он замороженный стоит, все этих, влажность была, видимо, так обвисла снегом, что капец. Ветра вроде нету. Вечер обещают еще холодней. Ну вообще у нас, если честно, обещали 22-23, а к вечеру 27-29, ну к 30-ке опять. Сейчас мы приехали, в машине показывает 31 градус. Поэтому, ладно. Холодно, но ничего. У нас есть с собой чаек, будем пить чай, греться. Не холодно, а морозно. Морозно, да. Свежо, очень даже, я скажу, свежо. Были мы позапрошлом году, наверное, да, по-моему, позапрошлом году 31 градус. Харюс клевал, в принципе, неплохо. И такие попадали хорошие харюски, не знаю, как получится в этом году. В общем, экстремальная рыбалка, у нас нету на реке ни палатки, нету ни машины, которая остается здесь. Единственное, взяли вот с собой вот такую вот, как это, финская сеча называется, сразу в гараже распилили. Будем, когда чай пить садится, подождем ее, и пусть она горит, хоть какое-то тепло будет. Вот, ладно, все, собираемся и на реку. Сопли? Ой, смотрите, какая красота. Все белые. Нам уже думала, как мы оставили рыбку и... Блин, снежный лес какой. О. Красота. Только вот не знаю, насколько выдержит эта камера. Была у меня точно такая же камера Panasonic. Она не выдержала морозов. Крякнула. Вот это уже вторая камера. Вот такая вот. Не из дешевых, блин, рискуем. Но у нее получаются хорошие кадры, поэтому снимаем. Будь как будет. Папа уже забурился. Раскидывает тут. Расчехляется. Вот луночки сделал. Сейчас я тоже забурюсь. Попробуем здесь, где рыбачили в прошлый раз. Буквально ненадолго, 2-3 лунки. И пойдем в другие места. Там. Там, например, надо проверить тоже. Лед утолщился, потому что здесь воды столько было. Все промерзло. Начнем с такой вот. Просто рыбалку на нее, в принципе, поклевала. Такую же взял золотистую сегодня. Сегодня особо-то не это. Не посидишь на месте, будешь бегать, блин, бурить, греться. Только один закид и сразу харюсный. Так это случайное, пойди. Да нет, он склевал, сразу только я закинул. Думал, только не клюет, а оказывается клевал. Хороший харюзок. Взять. Нормальный, на сковородничек. Че, мормышка? Светленькая. Как всегда, да? Ну да, она такая есть. Светленькая с фосфором. А я что-то другие пока экспериментирую. Вот. Рыба-то есть, оказывается. Ловить надо уметь, походу. Ну, вот. Видишь, насадил. Видишь, какой китик сделал. Красненький, беленький и еще сюда беленького. Если там рыбка была. Просто тебе повезло. Блин, камера мерзнет, капец. Вообще, такие движения плавные все. Да игра еще и сработала. Может, удачно под нос ему закинул. Чуть-чуть только начал так немножко. Нет, он сразу... О, о, ничего себе. Ничего себе, что там было сейчас, что-то я не понял. Это что такое было? Это рыба?
Это рыба. Это рыба моей мечты. Это прошлый разовый хариус. Не подрос, иди расти. Ты смотри-ка, блин. Только поиграл, да, подошел сразу. Я играю еще, да, я только немножко так, чуть-чуть, раз-раз, и он сразу. О, опять что-то дернуло. У тебя там рыба есть? Да, что-то опять дернул кто-то. Камера что-то сдохла прям вообще. Обалдеть. Рыба клюет, а камера, блин, не клюет. Не знаю, то ли аккумулятор сдох. Видишь, заряжал? Не включается. Ох ты, блин, ушел. Опа, вон он. Ничего себе булькнул. Нормально? Да. Какой же у тебя есть поворотничек? Блин, смотри, хариус-то живой. Блин, все внимание на камеру сейчас. Да елки-палки, смоталки. Ой, полный же. И этим тут стоит хоризонт, значит. А тут стоит угловой штука. Харис двигается, харис есть, не знаю, сейчас как бы эта камера еще не крякнула, ё-моё. Блин, как так-то, а? Вообще не думал, что она может это, экшен вроде. Ой, походу кадры будут пропадать в эту рыбалку, я не знаю, но что-то эта камера заглючила. Замерзла уже. Сейчас пока разобрался. Аккумулятор что-то. Я думал, это будет замерзать, а. Да и это замерзает медленными кадрами. Вот так вот смотришь, показывает. Блин, это убийство техники. Называется. Жалко. Фу, что, переместились еще. Лед довольно толстый, что, то, что можно вообще свободно ходить. Идем пешком, воды нету. Все вымерзло. Ходить хорошо. Поэтому можно добраться в эту рыбалку куда хочешь. Ну, в плане, в свои места я имею в виду. Но, опять же, день короткий до сих пор, поэтому... Сейчас идем так вот ходом, где знаем, что харис может быть, там пробуем. Здесь глубоко. Да, здесь попробуем, пойдем дальше. Есть что, нету? Все равно где-то вот здесь вот должен быть харис. Здесь место такое неплохое. Здесь не глубоко, но харис здесь любит жить. Что я и сказал. Но что-то такой нас не устраивает. Такой нам не нужен. Так. Все-таки старые места, они работают. Опа. Да. Хотели найти крупней, что-то не получается. Пока не получается. На, мороз, блин, день чудесный. Лишь крупная рыба-то в этом году гасится. Эй, блин, ушел. Вот она, крупная рыба была. Ты елыш-палыш. Вот это крупный, 100% был. Вот так вот, вот он кивок вот так гнет. Да, друзья, обидно. Блин, приклеился. Это вот 100% был крупный. Крупный, ну, процентов 70-80. Крупный вот так клюет. Кивок просто гнут вот так вот. Виснут. Не успел подсечь, только начал подсекать, почувствовал, чуть-чуть что-то было. Не знаю, клюнет, нет.
Мне кажется, уже не клюнет. Сейчас червя поменяем, конечно, попробуем на всякий случай. Клевок бешеных нету пока. Да и мелочь что-то как-то. То есть, то нет. О, клюет. Да, ты, блин, что ты, куда? Куда делся? Чуть не убежал. А? Блин, даже перчатку снимать неохота. Пусть сейчас сниму уже конкретно. Блин, клюнул-то вроде неплохо. Опять это серебристый свинец. Вот на серебро сейчас берет, на светлую. Свежо. Хорошо. Воды нет, красота. Камень включил. Ребята, все, пипец. Вот тебе новая мормышка моя, бля. Две штуки. 0,23. Но я на нее всегда здесь рыбачу, на эту леску. Оторвало нафиг что-то, я не знаю. Это щука, по-моему, да, резкий, только вот так только согнула, все. Или щик, может быть. Нет, это щука, это 100% щука. Вот тебе новая мормышка. Новая мормышка за 300 рублей, блин, купил. Не успел опробовать, ёлки-палки. А у меня здесь тоже без этого. Леска тоже у меня без этого. Сейчас еще это оторвет, и вообще интересно будет. Нет, я тебе говорю, без этого, без поводка. Какая? Да леска-то потолще немножко, но что-то она быстро перекусила, я что-то даже не понял. Такой удар лески, тут, блин, крупная щука, походу. Ё-моё, блин, а. Вот так вот срезала у меня мормышку. Срезала план, я ее сюда не помню. Мормышку и вторую мормышку. Просто клюнул, потянул тык и все, даже ничего не успел. Глубины здесь вообще нету. Сейчас пробую блесенькой. Что-то нифига. Что, блин? Тоже без карабина. Ой, без этого. Без поводка пробую. На свой страх и риск. Потеряется. Но я думал под березой здесь харюскар попробовать. Тут вообще глубины нету. А здесь щука, походу, стояла. Здесь ямка. Он здесь. Это 100% щука. Такой удар резкий, просто тык-тык, все. Видать, под нос ей засунул. Да, только чего поставил буквально. Даже камеру не включал, не думал, думал, проверишь, если пойдем дальше. Новая мормышка была. Даже не поймал харюс на нее. На подвесная там такая конструкция была интересная, силиконовая. Казали, на нее крупный харис берет. Вот это 100% обрезанная леска. 0,23 леска, ну, чтобы так вот 0,22 или 0,23, не помню точно. Но харис не мог. Да нет, так просто резко, только тык-тик, все, нету ее. Это щука, это, блин, однозначно харис щука. Не мог срезать так сразу. По-любому. Мое. Жалко, жалко. Как всегда, в кадр такие не попадают. Даже папа не увидел. Только закинул, бам, сразу, блин. Смотри, я же говорю, здесь где-то оно, возле березы должен быть. Главное, хоть поклевывай бы что-нибудь. Поклевывает он, видишь, мормышки отрывает. Зараза. Зубастая. Мощные. Срезало, блин. Поклевки мощные. О, присосался. Присоседился шнурок. Сколько рыбы тут, наверное. Вообще. Давай закидываем.
Не, в этом году рыба есть. Вроде. Да, мне тоже больше нравится в этом году. В том году вообще мы с тобой были, тут голяк был вообще. Были? Дети ходили по всей речке, сколько избурились. Да. Ни хрена. А сейчас рыба есть. Зашла рыба. В том году была маленькая вода, из-за этого рыба не зашла. А в этом году вода побольше. Да, да, да. И рыба зашла из-за этого. Блин, все трещит от мороза. Блин, на камеру, походу, вырубать нафиг. Что-то вообще, по-моему, еще холоднее стало. Это камера экшен. Лед вон на эти, на бурилке. Экшен камер. Вырубается. Да. О, хороший. Кто-то, походу, дергал. Малек. Крутил, вязал. Длинного, видишь, какая этого? Черешка. Захотелось. Червя повесил? Да, длинного спагетти, но повесил опять. Одна мормышка у меня здесь, больше ничего нету. Но это просто за это. Свинцовая это. Блин, эта мормышка уже больше, чем на вольфрамовую поймал. Надо. Видать, на червя больше клюет, наверное. Тоже червяка насадить одного. Ну, потом вилку в березу залез. Это хочешь крупное поймать. Ох, ребят, мороз дает вообще. Хуже, еще холоднее стало. Либо я меньше стал гирика. Встали сюда. Клевая, да? О, о! Видал? Видал, что делает? На червя? Да. Червя насадит. Зараза. Сейчас этот замерзнет, не донес. Шел, клюнул, блин. Есть он здесь ходит, даёк. Оттуда к кудочке бегаю он. А толку? Поймал эту шпанину мелкого. Ой. Прости. Куда червя, дай? Дай, иди. Червя хотел стырить. Наверное, они тут дергали. Не такие, не крупные. Сейчас будем чай пить, короче. Дальше не успеем. Все равно уже. Может, что есть? Рыбалка рыбалкой, а? А кушать-то хочется? Кушать хочется с комфортом. Кушать хочется. Бензинчиком чуть полили. Такую вот тюрочку взяли. Однако. О! Шайтан огонь! Блин, как тепло сразу стало. Елочки-сосеночки зеленые, колючие. Да? Давай быстрее кушать, пока тепло. Радуемся, как дети, да? Конфеткам, подарком. Все? Как бы без этого входили сюда. Блин, сопли аж течет, не выпьем. Сопля течет. Сок из мозгов вытекает. Суровая рыбалка в мороз. Экстремально. Все тепло, то что есть сегодня.
Ну что, 31 было, приехали мы сюда. Да, ну не меньше. Еще холоднее к вечеру должно быть. Ну сейчас где-то может тоже под 30-ку, но... Ну что, нормально. Я лично не замерз никогда, наверное. Вообще голыми руками целый день. Даже не думается, что 30 градусов. Потому что будешь, постоянно двигаешься. От клумки к клумке. Ходишь. Ноги не замерзли никуда. Немножко замерзли. Не то, что намерзло из-за этого. Не знаю, мне что-то не замерзло. Я даже... Обычно у меня эта вот нога больше замерзает сюда правая. Где хлеб? Сейчас нормально. Подойдет, поснимает, жарит. Ну, эх, красота. Шашлычок. На свече, на финичке, финской свече. Блин, хорошо придумали, а? Колбаску пожарить можно и обогреться. Где? Опа. Ага, летело. А мне это как бы. Да, Джорька. И тепло дает ей. О, красота. А, кушаем. Морозно, а мы едим. Хлеб белый. На самом деле замерз, конечно. Замерз уже во льду. Тостер. Красота, да. А на костре это вообще вкуснятина. Аромат какой. Хрустит. Свежина. В тот раз люди смотрели в 31, в 20 году мы были, и не верят. Ты также на распашку был. Типа 30 градусов, да ну нафиг. На распашку люди ходят. Ничего, нормально. Не верят, да. Я так наоборот застегнутый хожу. Я и в 40 хожу на распашку, что такое? Каленый. Кто любит тепло, кто холод. Каждому свое. Такое все белое до чего. Замороженное. Удочки стоят, ничего не клюет. Они уже мерзли. Сейчас покушаем, да пойдем. Плесик проверим еще этот. Жареный хлебушек. Вкуснятина. Он даже дымится, смотри. Парит. Жаристый. Аромат какой вообще. О, ребят, ходил, бурил. Я что ли шаганул сюда его? Подходил. Камеры выключены были. И та. Это вообще опять стухло. Че, нормально, хоризот опять? Ой, да. Нормально, пойдет. На парыше, да. Угу. Начал подходить, смотрю, эта удочка. Хорошо, она была мерзшая. И не может он ее прокинуть. Вот так вот. Начали двигаться, и Харюс задвигался. Хорошо, что вовремя успел вытащить. Да. Повесь конкретно, этот клюнул хорошо. На заглот он. Может, пошел клев опять? Ну, можешь сейчас вот 15 минут поклевать опять? Да. Уже к вечеру и все. И опять это лунки, смотри. Хорошие. Луночки. Что-то нас хочет порадовать. Ну, что-то думал, дернуло, а потом, бляха, потянуло, вица оказалась, блядь. Или ее нанесло, или снимало, откуда она взялась. Ну вот, порадовал. У меня живая вичка. Давай, беги. Вот, порадовал нас. Ох. Зима. Зима не весна. Да. О, сопли текут, бляха. О, заканчивается сегодня наша рыбалка. Экшн-камера под конец вообще вовсе перестала снимать уже. Она за всю рыбалку 5-7 раз выключалась.
аккумулятор перезагружал, переставлял, замучила она меня. В общем, рыбалка тяжелая в плане съемок. Порыбачили так-то неплохо. Не сказать, что прям холодно, пока ходишь, буришь, вроде нормально. Посидели у костерка, покушали. В общем, все классно. Погуляли, отдохнули. Морально, душевно, это да. Физически тоже нормально. Но вот холодно, есть свои какие-то минусы, но и плюсы. Че, не? Папа тут обурил островок этот с корягами. Все, ладно, собираемся и до дома. В общем, рыбалочка удалась. Нормально. Будем ждать следующих выходных. Сейчас опять неделя работы. Возможно, выскочим на охоту. Проверили, снег держит на лыжах. На охоту надо бы тоже сходить, пробежать, посмотреть по птичке, по дичи. Что получится добыть, не получится тоже. Так, опять же, прогуляться в лес, посмотреть, а там как получится. Вот, все, ребята, всем пока. Мы на выход и до дома нам еще ехать и ехать. Нормальное такое расстояние. Все, всем пока.